Всем привет. Расскажу, как мы ехали. Значит, при выборе билетов выбор пал на автобус. Почему? Ну, потому что на тот момент, когда я рассматривал возможные пути перемещения, поездов было немного, и поезда все ехали сутки с лишним только до Минска. С самолетами была тоже какая-то неясность, непонятность. А автобусы до Минска шли 10 часов, там, с копейками. Посему купили на них, на автобусы. Вот, автобусов две компании, ссылочки оставлю. Есть Эколайн и есть Евро, по-моему, Транс. Ну, по ссылочкам найдете. Эколайн, он более комфортабелен, но там есть проблемы с багажом. То есть за каждые дополнительные места, а у нас их было много, надо доплатить, ну, порядочно. На том, на котором мы ехали, цена вопроса решилась 300 российскими рублями. Из шматья был баул 110-литровый, два упакованных велосипеда, сумка для тележки нижняя, сумка для тележки верхняя и рюкзачки. Утрамбовались в багажное отделение, сели и уехали в закат. Да, утрамбовались в багажное отделение. Проблем. Автобус вышел по расписанию, пришел по расписанию. Отлично было. Все было отлично и супер. Не сказать, чтобы он был там, хоть он и мини-комфортабельный, но не сказать, чтобы было там как-то неудобно ехать. Делались остановки. Да, делались остановки. По-моему, две или три остановки были. Делались остановки каждые там три с копейками часа. Вот, на покурить, на куда-то сходить. Да мне уже ничего не увижу. Поехали. Еще на лодке, как это было. Жертва режима. Мне кажется, нас не пустят в автобусы. Ну чуть и не пустят-то сразу. Ну что, много всего. Ну это, вы вот так вот сумкой маханули ему по башке, сами за руль сели, все, сказали, следующая остановка Польша. Да, уж знатная, прям как в армии служила. Путь, товарищи. Флотик хороший надо, блин. Интересно, приезжайте.
зачем там подсо, а под... Ну ничего, я сказал, что платить я ничего не собираюсь. У меня просто не с чем. Я говорю, ну давай 5 тысяч будем тебе зарплату снимать. Ну тогда я не вижу. То есть... Я говорю, я себе одежду не покупаю, у меня денег нету. Да. Место вокзал Новоясеневский, шмоточки выложили, остановка. Затарился 500-й. Сейчас Ольга кофе принесет. Время 8, мы в Минске, в 9:15 идет на Варшаву автобус. Пиздую за паспортами, как обычно не проснулся. Ну да, Минск и... Подъехал наш автобус, который повезет нас в счастливое будущее. На автобусе имеется. На втором этаже кофеаппарат бесплатный. Пользуйтесь, пожалуйста, как выйдем за город самостоятельно. Также у каждого под сиденьем имеется розеточка на 220 вольт. У каждого под спиночками сиденья имеются пакетики для мелкого мусора. У кого накапливается мусор, большая просьба выкидывать. Видео, камера. Остановились в Гродно. Чистенько, все ну, прилично. Чистенько. Ну, можно сказать, чистенько. Администрация. Службовая помешкания. Thank you.
Ну чё, ребятульки, подкатили на таможню. Время 3. Вдалеке уже виднеются магазины Duty Free. Запахло свободой. Что хочу сказать при пересечении белорусской границы. Когда пересекали белорусскую границу, те ребятульки, которые там... Ну, с российской стороны. С российской стороны, которые там эти... Пограничники. Блюдут Путинленд, его неприкосновенность от врагов. Увидев наши польские приглашения, захотели увидеть их перевод на русский. Это нигде вроде как и не предусмотрено, вот, но им там было непонятно. Поэтому 30% автобусов выкинули на дознание, на беседы. Ну да, значит, вытащили нас всех в их кондеечку, вот, и мы там, постояв в очереди, предъявили эти документы. После того, как переводы не обнаружили, сказали, что ждите старшего, у старшего глава слонове, он придет и все решит. Старший – это капитанчик, который там бегал от машины к машине, от автобуса к автобусу. Не знаю, что он бегал, может, скипидар где налили. Вот, наконец у него скипидар закончился, он к нам подошел, говорит, ну, покажите, что за у вас за мандаты такие, мандаты. Мы ему показали, он ничего не понял, но сошлись на том, то, что идентифицировали наше имя, фамилия, ну, это ему было достаточно. И вот. Даты. И даты. Соответственно, сели, дальше поехали. Проехав границу Белоруссии, утречком попали в Минск. В Минске был автобус через час 15 после нашего прибытия. Спокойно пошел, узнал в международные кассы, вернулся за паспортами, спокойно с карточки оплатил билеты, спокойно погрузились в автобус. Правда, пришлось вот из-за того момента, который я говорил, то, что большие цены на перегруз, на лишний багаж, какие-то там вещи взять с собой. Ну, пока... Салон. В салон, да. Покорячились немного, там что-то под ноги положили, что-то там положили на соседнее кресло, на пустующее, ну, доехали. Вся поездка заняла у нас со всеми простоями, непонятками и прочим ровно сутки. То есть в 20:30 мы уехали из Москвы по московскому времени. В 20 с копейками мы были, ну, в 21 по местному там с копейками были тут. Ну, то бишь сутки. Вот таким образом. Так, теперь касаемо польской границы. На польской границе пани стража гранична долго выясняла, кто же мы такие. И, несмотря на документы, нам впаяло карантин, в котором мы сейчас сидим. Поэтому запаситесь вот у той организации, в которую вы едете, какие-то там пояснения, какие-то там ссылки на польское законодательство, которые говорят о том, что вы студенты и что вы не подлежите карантину. Нам это все ребята выслали, но они уже выслали постфактум для того, чтобы мы оспорили решение, которое оспорить практически невозможно, потому что по письма электронные туда не уходят в департамент, звонить мы не можем, потому что языка не знаем, и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Посему желательно, чтобы эти документы были у вас на руках на момент пересечения польской границы, чтобы показать все. Вот, извините, шепрашу. Нам надо без карантина проехать и заниматься своим делом. А поскольку карантин неизвестно, когда закончится, то все зоны мешаются, а то одна страна красная, то другая страна зеленая, то они меняются местами, то еще что-нибудь. Быстро приходит распоряжение, что-то устаревает, что-то все у них вот так вот в движении, а может быть, ну, короче, неизвестно.
в условиях карантина все равно нужно запастись какими-то вот гарантиями. Или готовиться к отсиживанию на 14 дней. Когда это все закончится, это уже будет не актуально. За сим все. Смотрите нас. Пока.